то имеет ли смысл делать на каждое задание видеоверсию? То есть у меня сейчас в игре на 30 дней 90 заданий. И как бы есть мысль сделать это в формате либо понедельных видео, такие подбадривающие видео с расстановкой акцентов, с определенной степенью погружения человека как бы в смысл игры, да, в смысл вот этой личностной мотивации. Да, я понял. Люди все разные, кто-то визуалы, кто-то аудиалы, кто-то читать любит, кто-то смотреть любит. Но у каждого, значит, все люди разные, при этом каждому продукту у каждого продукта может быть специфичная целевая аудитория, которая подбирается под то, как была коммуникация построена, какой психотип у фаундера, у лица этого продукта. Вот, поэтому нужно сделать что? Нужно просто выложить разные форматы на первоначальном этапе, не записывать сразу там 90 видео вперед, выложить первое и сказать, ребят, как вам удобнее, что нужно делать, и посмотреть замеры. Вот. То есть нет ответа, как лучше. Есть ответ, что подходит аудитории, и каким она вас больше любит, в видео или в тексте.